1 октября окончился срок размещения объектов сезонной мелкорозничной торговли и летних кафе. Предприниматели обязали демонтировать столики, зонты и торговые прилавки с прилегающей территории. Без протоколов во время рейдового мероприятия не обошлось. В кафе на улице Гребенской был выявлен факт торговли несертифицированным алкоголем. Полиция изъяла суррогат, предпринимателю придется заплатить штраф. Убирать столы и зонты ему пришлось под надзором проверяющих. Еще один протокол за ненадлежащее санитарное состояние был составлен на владельца кафе по улице Красноармейской. Сегодня мы проехали совместно в количестве 16 объектов. Руководители предприятия были предупреждены, на месте было все убрано. Работа будет в дальнейшем продолжаться. Владельцы большей части летних кафе завершают работы по демонтажу. Тем не менее, проверки продолжатся. Все брошенные после окончания сезона павильоны и прилавки будут вывезены с городских улиц.